Уже завтра в Москве в спортивном комплексе ЦСКА «Игровой» стартует новый международный турнир «Континентальная лига дзюдо». Соревнования командные, они пройдут в 3 этапа. В первом туре принимают участие 24 клуба из России, Белоруссии, Казахстана, Сербии, Таджикистана, Индии и Ирана. Участников разделят на 4 группы, и каждая из команд проведет по 4 поединка. Путь к трофею продолжит по 3 сильнейших коллектива из каждой группы. Дзюдоисты будут бороться не только за первый трофей лиги, но и за солидные премиальные. Победители разделят между собой денежный приз, который составит 6 миллионов рублей. Мы всегда хотели сделать какие-то клубные интересные соревнования. Этот проект долго вынашивали. И как-то в таких нелегких ситуациях вообще изначально планировали провести какую-то такую небольшую московскую лигу. Но со временем очень много появилось желающих. Прям таким снежным комом все нарастало. Потом это превратилось в международное мероприятие. Теперь очень приятно, что по итогу у нас 24 команды, из них 6 иностранных. Много возможностей побороться с ведущими номерами России. Особенно во втором этапе появятся наиболее сильные команды. И в данном этапе тоже довольно-таки много хороших ребят, с которыми бы хотелось побороться. И поборемся, узнаем, на что сейчас способны.